Всем здравия! Здравия! Я Светлана Симоходская. Я Ирина Гапоненко. Мы являемся создателями планетарного хороводного марафона «Ладование Земли», который проходит каждый год в сентябре уже более чем в 70 странах. Городах! Ну, значит, странах. Значит, будет. Нашей России, ближнего зарубежья. Мы приглашаем вас на прямой эфир на Славянское радио, где мы будем рассказывать про ладование Земли. И почему эта тема актуальна, нам хочется буквально несколько слов сказать. Вот вы знаете, пока последний человек, землянин, живет на нашей планете, никто не может ее завоевать. Хотя очень много кто пытается это сделать сейчас. И на первый план выходит тема энергоинформационной безопасности и осознанности всех тех, кто живет на планете. И поскольку мы осознаны, мы сможем помогать себе и, естественно, помогать нашей планете. Сохранять наши семьи, наше здоровье. И проснуться, наконец проснуться, идти по жизни осознанно, самим управляя своей энергией, своей жизненной силой и выстраивая свой путь и свое предназначение. То, что сейчас происходит на планете, а вы, наверное, знаете, что хотят запустить коллайдер, 5G интернет, все это внедряется в наше сознание и будет воздействовать на нас напрямую. И кто, если не мы, будем защищать себя и нашу планету? Что значит ладовать? Да это значит исцелять. Но прежде всего нужно исцелять себя, а потом уже все вокруг, да, потому что только здоровый человек может что-то сделать, здоровый и осознанный. Именно про это мы будем разговаривать в прямом эфире и отвечать на ваши вопросы. Какие же темы мы затронем? Это, конечно же, сам хороводный марафон. Это звездные детки и их семьи, да, как сделать так, чтобы они рождались. Это ладные свадьбы, это близнецовые пламена. Это предназначение. Это самое главное. Это ваш главный путь, да, в жизни. И то, как проснуться, с чего начать, как сделать этот первый шаг. Потому что, на наш взгляд, это очень-очень важно. Угу. Поэтому 20 декабря в четверг в 19:30 по Москве мы ждем вас в прямом эфире. Приходите. Всего доброго.